Здравствуйте. Во-первых, я сразу скажу организаторам, что в отличие от предыдущего доклада, я разрешаю задавать вопросы по ходу, потому что ну, тема такая, она достаточно разнообразная, так что если после того, как я переключил слайд, у вас крутится в голове какой-то вопрос, который не дает вам возможности слушать дальше презентацию, вы можете поднять руку, и я отвечу на этот вопрос. И на самом деле я хотел бы вначале ответить на два вопроса, которые были заданы, потому что по большому счету я их все равно хотел осветить по ходу своей презентации. Это первое про развитие IT в Украине и про английский язык. В Украине точно есть будущее, большое светлое будущее в IT, связанное не только с аутсорсингом, но и с разработкой программного, продуктовой разработки. Второй момент. Запомните, где родился, там и пригодился. Вот поверьте мне, я жил и в Дании, я жил во Франции, я работал в Украине. Рассматривайте Украину, будьте вообще космополитичны и рассматривайте Украину, знаете, как такой хаб-аэропорт какой-то авиакомпании. То есть вы живете тут, но на год вы можете улететь работать там в США, а потом вернуться сюда. То есть будьте космополиты, мы, программисты точно люди мира. Думайте глобально, не думайте локально, думайте точно глобально. И это перекидываю сразу мостик про английский. Английский — это не про зарплату. Английский — это про то, что вы сможете на равных общаться с людьми по всему миру. Мало того, я недавно вернулся из Гонконга, и нам рассказывают, что все европейцы сейчас, ну, нам рассказывали, что все европейцы учат два языка. Первый — английский, а второй какой? Любой азиатский. Ну, то есть любой. Это очень важно. Именно любой. Не испанский, хотя это там тоже там большая часть. Именно китайский. И тогда вы точно граждане мира. И поверьте, Азия, она намного другая, но она по-своему классная, она по-своему сложная. Поэтому английский для вас. Второй момент. Не читайте книжки айтишные вообще на русском языке. Читайте только максимум художественную литературу на русском и украинском языке. Поверьте мне, то количество некачественных переводов, которые я видел, оно просто удручает. Вас просто книжки учат не тому же, о чем пишут авторы. Мало того, я вспоминаю, недавно перебирал свои книжки, чтобы поддать их, ну, там, книжки из 2000-х годов, нашел в книгу Круглинского, это Visual C++, ну, уже, наверное, никто не пишет на нем. Я вот помню, что я на 4-м курсе читал эту книжку и просто ничего не мог понять. И думал, боже, я, наверное, идиот. А тут я открываю книгу, посередине, и читаю. Там написано, если вам нужно, то вы можете в своем браузере установить плюшки. Я думаю, что за плюшки? Типа такой, как установить плюшки? А потом думаю, елки, это кукис. Ну, и я понял, почему я не мог по этой книжке ничего выучить. Ничего не мог выучить. Поэтому английский must have. Кто считает, что он, ну, то есть знает на уровне advanced? Поднимите руки. Кто считает, что intermediate? Ребята, ну, сразу все свои, ну, ожидания поделите на два, да? Ну, потому что одно дело London is capital of Great Britain, а другое дело читать по там нейроэкономике книжки или по биомеханике. Английский must have. Можете ничего не учить, учите, ну, нет, шучу, но действительно, английский очень важен. Какой у меня был путь, чтобы вы немножко больше понимали, ну, какой у меня бэкграунд? Я в КПИ закончил факультет электроники, компьютер сайенс, сейчас это кафедра, это институт прикладного и системного анализа. 11 лет я проработал в IT, 7 лет из них я работал на должности менеджера. При этом я успел в институте еще поразрабатывать флеш-память и цифроаналоговые преобразователи для Infineon немецкой компании. То есть у меня такой достаточно широкий разброс экспертизы в информационных технологиях.
Ну и так как я, снова же таки, потянуло меня в менеджмент, то, понятное дело, я там дошел, получил образование MBA, которое связано с управленскими качествами. И снова же таки, в этом докладе очень много буду говорить про то, что люди, которые организовывают процесс разработки, ожидают от вас, как от, ну, вот, от командных игроков. Ну и Agile Evangelist, я был один из тех, кто вообще это все движение начинал в Украине. Кто вообще знает, что такое Agile? То есть, ну так, 30-40%. Очень много, для тех, кто не знает, это методология, да, но еще лет 5 назад была войнушка между тем, Agile работает или Agile не работает. Сейчас можно сказать одно. Мир настолько быстро меняется, что любая методология, и вы на самом деле тоже как часть этого мира, должны научиться одному. Должны научиться быстро и эффективно адаптироваться под происходящее. Вот именно быстро и эффективно. О, видео. Включишь видео, Саша? Ниже, если ты курсором наведешь, тут появится как бы такая. Нет? Подожди, мы сказали, что. Сейчас. Ты что, запустится? А звук есть там? Нет? Это реальные прототипы уже так называемых стай дронов, ну, которые в виде бабочек, ну, разницы особой нету, да. Это стаи автомобилей, и это стаи дронов, которые в боевых действиях участвуют и так далее. Что я хотел показать? Как вы думаете, на какие языки и стеки используются для разработки этого решения? Сотни, не десятки, сотни. То есть я о чем? О том, что вот эти все вопросы, на каком языке, на каком стеке сфокусироваться, это немножко вопрос не про тот фокус. Смотрите, какие вещи тут задействованы. Наверное, я начну с вопроса. Кто учится на приборостроительном? Кто учится на факультет электроники или еще что-то? Да, вы что? А, хорошо, кто учится, я не знаю, на теплоэнергетическом, там, ну, на энергетике, да? Кто на лингвистическом? Экономика, материаловедение, там, ну, вот связанное с. А где все остальные учатся? А? ФИОД. А, ну это именно уже, это уже больше про этих. Ну, ФИОД, конечно, тут без разработки. Я хочу сказать о том, что каждый из вас сейчас учится на каком-то факультете, в каком-то институте. И если вы сейчас учитесь и не думаете, боже, что я тут делаю, ну, такое может быть, то вы должны сфокусироваться на одном. В какой предметной области вы хороши? IT — это инструмент.
инструмент, который помогает разработать микросхему, который помогает описать вот это движение стаи взаимодействия. Механизм, который позволяет, эти все бабочки заряжаются, ну, по беспроводная передача энергии, причем там до 5 метров энергии, понимаете? То есть вы должны сфокусироваться на том, что вас, на предметной области, которые учат вас. И в параллель, конечно же, знать один хотя бы из языков программирования, но при этом не считать, что это один единственный правильный. Просто тот, кто будет писать под какие-то под Internet of Things, он, скорее всего, там будет больше знать C, C++, что-то такое. Тот, кто будет описывать поведение стаи, тот должен знать язык R. Кто, значит, знает язык, что такое язык R? Ну вот. То есть вы понимаете, что ни один поле не воин. Один в поле не воин уже с 50-х годов. Это в 50-х годах была эра именно айтишников как таких гуру, которые все знают. Сейчас невозможно все знать. И пожалуйста, не бросайте ту предметную область, которая вам нравится. Вот это то, на что вот я помню, я наступил. В 2004 году я выпускался, и было, значит, у меня два предложения. Я вышел из института, и позвонили мне с компанией, которая занималась видеообработкой изображения и занималась, и вторая занималась разработкой сайтов. Одни давали $200, другие давали $300. И я пошел сайты делать. Хотя у меня было мощнейшее, я был один из немногих, кто все 4 года получал по высшей математике автоматом оценки. И я бросил то, что, в чем я был силен, и пошел туда, где, короче, ну такое оно себе. Это не rocket science. О, вопрос. Вопрос, что делать, если я интересуюсь областью, в которой я не сильно востребован? Ответ. Английский и глобальное понимание картинки, что ты человек мира и... Повторюсь, я не говорю уезжать из Украины, покидать, да, эмигрировать, но поехать работать в научно-исследовательский центр в Калифорнию, Берлин и еще куда-то. В Германии 130 тысяч рабочих мест для специалистов из вот таких областей незанятых. Да вас заберут с руками и ногами. Не жертвуйте свои интересы. Не жертвуйте своими. А в какой вы области, кстати, занимаетесь? Человек интересуется искусственным интеллектом. Как вы думаете, кто будет делать те нейромеханизмы? Они что, сами создадутся? Если у тебя есть видение, если ты любишь, искусственный интеллект, то бери и делай, не вздумай променять это на разработку веб-сайтов. Гетерогенность. Смотрите, разные языки. Знаете, сколько вообще парадигм языков программирования? Сколько их всего? С классификациями действительно в районе 20, но так 7 основных. Вопрос в том, что на любом собеседовании вы сейчас придете, вас спросят: скажите мне 3 парадигмы объектно-ориентированного программирования. Вы ответите, и вас возьмут разработчиком на скалу. А скала — это функциональный язык программирования, да? То есть вы должны просто знать, что парадигмы разные, подходы разные, все разное. Вы хотя бы должны знать, что оно существует, и изучать. Одних NoSQL решений, их порядка 200 уже, хотя 200. Понятно, их невозможно знать, но вы должны научиться для себя в голове классифицировать и понимать, зачем это все нужно. Значит, это в 2001 году, схема развития языков программирования. После 2008 года, наверное, тут 50 слайдов не хватит, чтобы показать вам, сколько языков программирования существует. Мало того, каждая система, очень много систем продвинутых, тоже имеет свой язык программирования. Есть такой сайт Прогопедия, и вот на них сейчас описано 166 языков программирования и 339 реализаций.
Ну, невозможно это все знать, да? И не нужно, но нужно знать, что оно существует, что почему-то люди изобрели этот язык. И не JavaScript, фу, а типа C-Sharp и Java круто. Если JavaScript изобрели, то кому-то это надо, понимаете? И задайте себе вопрос. Не думайте, что люди там в мире, тем более ученые, разработчики, что они глупые. Инженер же, он ленивый. Он изобретает, чтобы решить какую-то проблему. Ему не очень хочется писать тот новый язык программирования. Но у него есть проблема, которую он не мог решить другими языками программирования. Давайте снова же таки вопрос в студию. Что самое важное для разработчика? Заметьте, разработчик — это не кодер. Да? Разработчик — он и тестировщик-разработчик, и бизнес-аналитик-разработчик. Но они все участвуют в разработке программного обеспечения. Значит, они все разработчики. Вот абстракция. Заметьте, понимание предметной области еще, я бы сказал, очень важно. Любовь в предметной области, в которой он работает. Одного понимания, знаете, у нас сейчас много людей по компаниям сидит, которые понимают предметную область, но она им как бы не очень интересна. Ну, они ее понимают. Умение продать свою работу. А кому продать свою работу? Давайте так, я вам точно скажу, что деньги – это всегда обратная связь на ваш, на то, насколько вы важны. В начале 2010-2012 года, когда совсем уж бум был IT, да, до кризиса, до 2008, в принципе, до 2011-2012, существовало такое поверье в народе, что нужно прыгать по компаниям, менять компании, и ты типа будешь получать самую большую зарплату. Так вот, в Инфопульсе, в котором я работал, я проработал 9 лет, и когда я выходил, у меня была одна из самых высоких зарплат по рынку. Я к чему? Я к тому, что занимайтесь то, чем вам нравится, а поверьте, вас оценят по достоинству. Терять специалистов, которые классно еще знают предметную область, повторюсь, предметную, не только язык программирования, а предметную область, не буду. Кто читал книгу «Мифический человек-месяц»? Один человек, отлично. Книжка, это нормально. Я ее прочитал тоже уже там, я давным-давно выпустился из института и так далее. В 60-м году человек размышлял в этой книге, размышляет на тему, а почему же все проекты по разработке программного обеспечения у нас проваливаются. То есть мы что-то планируем, что-то думаем, и мы все время проваливаемся. Почему так? И один из важных, там много аспектов, понятно. Запомните, в жизни нету черного и белого. Вот точно нету. Я не буду говорить эту фразу, которую сейчас все в голове произносят про 50 оттенков серого. Но жизнь точно разная. Поверьте мне. Если вы на 100% убеждены, то вы не правы. Вот я вам 100% даю гарантию. И вот один из аспектов был его анализ. Кто такой разработчик? Какими он должен обладать навыками и компетенциями? И заметьте, тут действительно есть как бы понимание предметной области, на которую я много давил. Да? Тут есть понятие изобретения решений, которые на самом деле, допустим, меня учили в институте. У нас был и ТРИС, у нас были как бы предметы по изобретению. Техническое общение, да, используемые технологии, методы моделирования. Вот заметьте, такой достаточно большой пласт. Но почему-то оказалось, что просто набрать технически классных специалистов, недостаточно. Необходимо, но недостаточно. И он нашел три важных аспекта, он выявил, и он сказал, он проанализировал кучу проектов.
И я вам скажу, что опыт мой абсолютно подтверждает то же самое. Первый пункт. Вы должны понимать, в чем суть проекта. Вы не просто кодите или делаете какую-то функцию. Вы должны понимать далекую цель всей системы, над которой вы работаете. И это хорошо, если вот человек, который увлекается искусственным интеллектом, поставит себе цель, что он будет частью той команды, которая построит искусственный интеллект, который научится делать программы. Да, возможно, это как бы цель настолько далекая и сложная, но это здорово, что он будет понимать, куда он идет, и он не свернется со своей дорожки. Потому что есть такое понятие, что если капитан, не понятие, есть такая фраза, если капитан не знает, куда он плывет, то любой ветер попутный. Но в конце концов вы, скорее всего, умрете от голода и жажды где-то посередине Тихого океана. Цель. Вот реально цель. Деньги не цель, запомните. Вот тоже. Я опущусь на уровень ниже, потому что я понимаю, что ну, я тоже таким был. И моя история про то, что я пошел делать веб-сайты, это про деньги как цель. А я вам говорю, чтобы если я пошел, и для меня целью было ну, там, распознавание любых образов и часть искусственной, решение для искусственного интеллекта, то я бы добился намного большего. Второй момент – это командная работа. Мы про это поговорим. Я еще раз повторяюсь, не делается, ни один проект не делается гениями-одиночками. В разработке серьезных решений это гениев прошла. Гений сейчас на самом деле не в написании, а гений в лидерстве. Элон Маск, я вам очень рекомендую подписаться на, там, в Твиттере на Элона Маска, читать все, что говорит Элон Маск. Гений – это Элон Маск, он лидер. Ну, все знают, кто такой Элон Маск, или рассказать. Элон Маск – это один из основателей PayPal, это один из людей, который создал Теслу, электромобиль. Это человек, который говорит, что весь мир должен потреблять восстанавливаемую энергию. И это человек, который запустил первый негосударственный ракету в космос, SpaceX проект. Но заметьте, он говорит, проект SpaceX, ну мы все подумаем, ракету в космос. Нет, у него цель намного круче. Знаете, что он говорит? Я хочу создать человека межпланетным видом. Вы понимаете, размах этой мысли? Человек как межпланетный вид. Ну, если кто смотрел фильм «Марсианин», да, это вот про это. Эти люди гении. Не гении, которые там кодят. Гении, которые двигают прогресс. Да, давайте немножко про... Смотрите. Финализируя, кроме технических навыков, важны еще два типа навыков. Когнитивные навыки и социальные навыки. Все понимают, что такое когнитивные навыки? Когнитивные навыки – это способность человека работать с информацией и обучаться. Это очень важный навык. И сейчас я очень много общаюсь на тему вот действительно нового современного образования. Надо признать, что именно действительно образование на постсоветском пространстве построено для того, чтобы ваши когнитивные навыки не особо развивались. Ну, маємо те, що маємо. Если, как говорится, кто обознан, да, тот вооружен. Помните, что вы должны на выходе научиться учиться. Вы должны научиться переваривать тонну информации, выделять из нее самое важное, классифицировать, принимать решения и так далее. Вернемся. Ну, немножко буквально про технические навыки. Это знания и умения. Есть такая, часто употребляется такая фраза «практическое знание». Практическим может быть только умение. Знание не может быть практическим.
нужно понимать, одно дело знать, другое дело уметь. Если ты знаешь, но не попробовал это сам, ноль. Любая часть в этом уравнении, это как перемножение, да? Если где-то ноль, то на выходе ноль. Если вы такой, что-то делаю, но абсолютно не интересуюсь, что до меня сделали, а поверьте, все, что вы придумали уже, ну вот сейчас у вас появилась идея, все придумано до вас, уже все, вот просто все. Вы не можете бежать впереди прогресса, да, то есть ваша идея точно есть, но это не значит, что это плохо. Просто знайте, что кто-то до вас уже эту проблему решал. И если вы ничего не делаете, вы такой же бесполезный, как человек, который ничего не знает и что-то делает. Берете и делаете. Про когнитивные навыки. Абстракция. Вот там правильно сказали, абстракция. Ребята, очень важно научиться работать с абстракциями. То есть уметь подниматься чуть выше и отделять детали от каких-то концептуальных вещей. Вот это как понимать язык программирования, а потом чуть выше мы поднимаемся, это парадигма, и на уровне абстракции мы можем сравнить две парадигмы и сказать, ага, мне больше подходят языки программирования из этой парадигмы, да, для решения такой проблемы. И потом опуститься вниз, выбрать уже язык, который действительно там больше по душе, ну иногда так бывает, что смотришь, о, мое, или смотришь, не мое, и выкину. Это очень важно, вот это мое, не мое, но осознанное мое, не мое. Не потому что типа вот вышел на конференцию Алексей Солнцев, сказал, что там какой-то язык программирования нужно учить и всем знать. И как бы я его учу. Нет, это должно быть ваше осознанное решение. Умение принимать решения. Вы должны научиться принимать решения в условиях неопределенности. Мы живем в мире неполного, недетерминированном мире. Да? У нас нет определенности всего. Но вы должны научиться. Очень часто я встречаюсь с ребятами, которых ты можешь прийти и сказать, так, нужно принять быстрое решение, А, Б, С, Д. Ну, там, давай, ну, нужно принять. Ну, я не знаю. А и еще 10 вопросов. Я тоже не знаю. Если бы я знал, я бы сам принял решение, уже побежал бы там кому-то, посоветовал бы так сделать. Вы должны уметь принимать решения и брать себе, на себя ответственность по принятию этого решения. Поверьте, никто не даст вам принимать решения выше, чем уровень вашей компетенции. То есть никто не придет к джуниор, начинающему разработчику программного обеспечения и скажет, так, какую нам архитектуру выбрать для этого высоконагруженной системы? Ну никто к вам не придет. Но может прийти и сказать, слушай, нужно вот там потратить полчаса и выбрать вот одну из библиотек, которая вот там, я не знаю, конвертирует файлы. Вот пойди и прими решение. И не надо бояться. Очень часто бывает, знаете, вот сейчас логика должна быть try, learn, fail and learn, да? Очень важно пробовать. Смотрите, ошибаться не страшно. Страшно, когда человек ошибается на одну и ту же тему несколько раз подряд. Вы должны помнить, что ошибиться не страшно. Правильный менеджер, правильный владелец бизнеса не будет вас угнетать за то, что вы ошиблись. Это нормально. Но не повторяйте одни и те же ошибки. Вот это точно раздражает. И умение приоритизировать, да? Ну, девушка может быть проще, может быть легче. Что мне сегодня выбрать одеть, да, там? Ну, оттачивайте этот навык на одежде. Но, ребята, приоритизация очень важна. Мир динамичный, все меняется. Ко мне очень часто приходят там и говорят, слушай, снова требования поменялись. Я говорю, запомните раз и навсегда, требования будут постоянно меняться. Это просто данность. Мир меняется, требования меняются, ограничения меняются, все меняется. И вы должны меняться и подстраиваться, и рассматривать, как это что-то нормальное. Ну вот давайте представим, вот мне нужен один человек, кто смелый. Ну вот там был первый. Вот приготовь мне бутерброд, опиши мне. Вот я тебе прихожу, я заказчик, становись. И прошу тебя приготовить бутерброд.
Твои действия описывают. То есть, здравствуйте, сделайте мне бутерброд. Ну, я не знаю. Слушай, я так устал, но реально не знаю. Вы вегетарианец? Нет, нет, я не вегетарианец. Курица или свинина? Давай с курицей. Давай, давай. Ну, я сейчас переключусь на другой. Попробую еще one shot. Да. Сыр. Сыр желаю. Спасибо. Я просто показал о том, что мы очень часто скатываемся, не обращаем внимания на разного рода критерии. Я покажу пример. То есть мы никогда не знаем, что себе в голове имел кто-то, да, вот это сыр. Мало того, знаете, еще один важный параметр, какой был не был учтен? Бюджет. И что еще? И время. Сделайте мне бутерброд, я его вечером съем. А ты бросил, ну, знаешь, таки, это пример. А ты все бросил и начал делать мне бутерброд, а у тебя там дитё некормленное, там какое-то ждет, мама с папой злым, потому что ты мне делаешь бутерброд. Ну, то есть нужно понять, что вот это критерии, сколько мы потратим. Очень часто программисты пытаются сделать идеально. Ребята, идеально, враг хороший, это точно. Есть статистика в такой методологии 6 сигма, да, это там идеальное производство, это когда у вас там один дефект на миллион, ну, на 1 миллион продуктов выпущено. Так вот, в этой статистике говорится, что вот эта последняя миля, там последние 0,01%, чтобы сделать что-то идеальным, оно стоит в 3 раза дороже, чем вот эти 99.99, которые вы сделали. Помните. И это, ну, кстати, я хотел сказать, это очень классно, что человек вообще начал спрашивать вопросы и задавать, и уточнять. Это классно. Человек начал со мной коммуницировать. И заметьте, заказчик точно так же часто приходит, и он толком не знает, чего он хочет. Есть такое высказывание, что заказчик понимает, что он хочет, только в тот момент, когда он видит это. И как бы начинает этим пользоваться. И запомните это. То есть вот эти маленькие шажки сделал, показал. То есть в идеале в мире надо было сделать. Надо было отрезать хлеб, допустим, ну спросить, вам дешево, дорого, сейчас, с собой или потом. Вы вегетарианец, очень правильный вопрос. Отрезать хлеб, положить колбасу, там, ну или там кусок мяса и дать. Я бы сказал, не-не-не-не-не, без сыра, без масла. А, ну окей, там, намазал сыром, намазал маслом. Я просто хочу показать сложность этого мира, даже на бутербродах. А на проекте, который из 20 тысяч человека дней, вы себе представляете эту сложность? Я к тому, что социальные навыки очень важны. Давайте про коммуникацию. Все люди работают в командах. И вы должны научиться работать в командах. И заметьте, вот если команда из 5 человек, да, то у нас есть 10 каналов коммуникации. И вы должны научиться общаться с этими людьми. Поверьте мне, ну, не будет в команде у вас никогда идеальных людей. Никогда. Вы должны научиться подстраиваться и мыслить, ну и понимать, что хочет сказать, ну, участник вашей команды. Вы должны уметь слушать. Именно слушать. Кстати, когда у меня было бизнес-обучение, то один из преподавателей дал тест на умеете ли вы слушать. И там был один вопрос, который, ну, я знал, что я не умею слушать. И там был один вопрос, который, ну, вот четко сразу мне прям как, я не умею слушать. И это был вопрос, вот почему я дал вам возможность задавать вопросы по ходу. Если вы не умеете, если у вас, короче, подвисает какой-то вопрос, и вы не умеете его выкинуть, ну, типа отложить, да, там куда-то
кусок мозга и продолжить слушать человека, да, а не сидеть с вопросом или часто с ответом. Вот кто замечал за собой такое, что он общается, ему что-то рассказывают, а он уже типа такой, да, короче, я все знаю, давай рассказывай. Ну, типа, уже все, такое, забрало, упало, ответ я знаю, типа, что ты мне рассказываешь? Ну, то есть кто-то улыбается, кто-то там вообще прикинулся. Кто-то, у кого-то было такое? Было. Вот. Оказывается, можно научиться, как с этим справляться. И это вот такое есть направление. Ну, почитайте, снова же таки, долго рассказывать. Active listening, да, активное слушание. Когда ты действительно слушаешь и слышишь человека, когда ты умеешь задавать правильные вопросы, когда ты действительно задаешь себе вопрос, а почему он так считает? Не он не прав, а ну что он так думает? И поверьте мне, очень часто оказывается, что, допустим, вы вложили разный смысл в одно и то же слово. Кстати, пример. Вот я пришел, подходит мне тут паренек и говорит, а можно вас сфотографировать. Попросить? Нет. А можно попросить вас сфотографировать? И вот я, ну, он видит, что я так немножко спешил, а я себе думаю, он что, меня хочет сфотографировать? И такой стоит с телефоном. Да, там. Я думаю, ты меня хочешь сфотографировать? А потом я понимаю, а, наверное, он хочет, чтобы я его сфотографировал. Но заметьте, ну конструкция неоднозначная. Можно попросить вас сфотографировать? Ну окей, мне так стать, типа. И поверьте мне, такое сплошь и рядом. А есть же более сложные, ну, термины, более сложные понятия. Ну сфотографировать — это простое понятие. А есть понятие вообще очень сложные. Особенно, кстати, я не знаю, как кого учили, кто в технических вузах учился, но у меня был один преподаватель, который говорил следующую фразу. Быстро, медленно, дорого, дешево – это не инженерное понятие. И вот мы, общаясь тоже в кулуарах, встал вопрос. 4,5 терабайта данных – это много или мало? Вот, и я вот приводил пример. Вы знаете, что среднестатистический сейчас автомобиль, ну, типа какой-то Ford, там, обычный Ford, то есть не Tesla, ничего, он генерирует 15 гигабайт данных в час. 4,5 терабайта данных генерируется на любом производстве там за пару минут, терабайт данных. То есть количество информации, которое генерируется, оно кошмарно. Google генерирует за там неделю, по-моему, несколько петабайт данных. Поэтому много, мало, там, никогда не используйте, ну, и, вернее, уточняйте. Постарайтесь сами не использовать, а если человек начинает использовать такие термины, уточните. Хорошо, плохо, да, это вообще. Качество, кстати, качество — это страшнейший вообще термин, он важный, но он страшнейший. Кто знает, что такое качество? А ну? Идеально сот. Вот есть хороший, правильный вопрос. Вот Mercedes качественный или некачественный продукт? Вот когда вы купили новый Mercedes и 3 раза заехали на СТО за первый год, ну вы точно не ожидаете. Смотрите, есть определение, есть стандарт, в котором описано, что такое качество. Ну, я более простыми словами скажу. Это соответствие требованиям заказчика. Все. То есть, самое смешное, что Ланос – это качественный продукт. И я вам объясню, почему. Потому что, ну, вот таксисты, которые там заполонили, да, и возят вас, они очень довольны этой машиной. Они купили ее когда-то за 6 там, тысяч долларов и 5 лет на ней работают, меняя за копейки там, ну, какие-то поломанные вещи. А когда ты в поле на Porsche стал, а он не заводится, эта машина там стоит 200 тысяч долларов, вот она для тебя очень некачественная. А когда у тебя заглох аккумулятор, а у тебя, оказывается, аккумулятор находится под 700-килограммовым сиденьем, его без 4 мужиков не снять. Это очень некачественно. Важный аспект культуры. Люди, поймите, какие есть культуры.
культуры, религии. Вот религия очень важная, имеет влияние на культуры. И, ну, изучите этот вопрос. Вот, по крайней мере, если вы с кем-то начинаете работать, вот просто хотя бы загуглите, да, там, кто такие там скандинавы, да, вот они там протестанты, с одной стороны, скандинавы, с другой стороны. Индия, Филиппины. Загуглите, узнайте, что там специфического. Допустим, ну, если взять Китай, что важно для Китая? Китаец ленивый, да, неаккуратный. Но вот когда мы были на заводах с европейским менеджментом, то такие космофабрики я нигде не видел. А потому что у него есть еще третий момент. Для него начальник – это Бог. Это очень большой человек. То есть у нас все, мы как бы все вот равны. Ну, если бы мы с вами работали, то вы бы со мной общались на равных, там, и там, ну, могли бы со мной подискутировать на какую-то тему. В Китае не приведи Господи сделать что-то или начать спорить с начальником. Причем европейцы очень сильно напрягаются по этому поводу. Потому что, ну, европеец привык, что я, в принципе, мне могут сказать нет, я могу подискутировать, в дискуссии рождается правда. А китайцы махают головой и идут делать, даже если они не согласны. И это нужно знать, понимаете, работая с такими людьми. Или вот многие, я очень хочу, чтобы у вас не было заблуждения про индусов. Индусы очень крутые. Просто все, кто крутые, командуют в Украине вами. А с тем, с кем вы зачастую работаете как на равных, это просто те, которые еще не выбились, чтобы уехать в США, классные. Или такие среднестатистический вал, который там остался. Просто понимаете, они, ну, как бы у них больше масса и, ну, и количество людей. И, понятное дело, попасть на такого толкового сложнее, но они есть очень классные и очень работящие. Я могу сказать, что один из первых людей, который там согласился приехать в Украину и начать поднимать там автоматизированное тестирование, Agile, Scrum, был один Наррэш Джейн, индус. Американец, очень открытый человек, и я могу сказать, что украинская комьюнити, вот разработчиков и вообще там agile евангелистов было ему очень благодарно. Поэтому никогда не делайте вот этих поспешных выводов, что плохой, хороший, ленивый, еще такой-то. Рассматривайте в комплексе культуру и умейте общаться. Допустим, еще могу сказать, что любой азиат, снова же таки, из-за того, что для него начальник это там Бог, если что-то вы сказали ему, сделаю завтра, ну и не сделал, ну думаете, ну какой-то китаец что подождет, то он ровно в 9 там, утра по своему времени напишет самому большому боссу, что ему там чего-то не сделали. И это, ну снова же таки, и это нормально. Это в его культуре, в его парадигме нормально, потому что он не понимает, как это можно сказать, как бы и не сделать. Ну, то он так привык. Вот, командная работа. Ребята, во-первых, будьте открытыми и доверяйте людям. Вот по умолчанию, ну, я знаю, что это сложно, но по умолчанию доверяйте человеку. Обманет, не сделает, ну, знаете, как батарейка, да, хопа, упала какая-то емкость. По мелочи не сделал, ну, окей, чуть-чуть. Ну, один раз сделал по-крупному, забыли. Почему? Потому что будущее, ну, так проще жить, да, потому что это не микроменеджмент, не микроконтроль, намного проще доверять. Но нужно понять еще одно, будущее поведение определяется всегда прошлым поведением. Если вас кто-то в жизни обманывал, поверьте мне, он вас обманывает до сих пор. Если вас кто-то не подводил, то поверьте мне, можно ему доверять, и он вас не подведет. Это такая внутренняя планка, внутренняя система координат. Но вы должны быть открытыми. Не бойтесь делиться информацией, мнениями, какими-то мыслями. Не бойтесь. Общайтесь с людьми. Вот, а кто-то выступал? Кто-то выступал уже на конференциях? Ребята, вот очень сильно помогает. Выступайте на конференции. Ну, или на небольших каких-то собраниях. Во-первых, это оттачивает коммуникационные навыки, во-вторых, презентационные навыки. Поверьте мне, будет сложно первый, третий, ну, пятый раз, будет сложно. Потом это уже будет как
как песня. Но люди, которые умеют выступать, доносить свою информацию, умеют ее структурировать, это как раз про обучение когнитивным и социальным навыкам. И они, ну, у них больше шансов, скажем так, попасть на радар к нужным людям. Да? Ну, потому что, допустим, если бы я пришел на конференцию и видел, как молодой специалист рассказывает что-то, то как бы он сразу бы получил плюс 5. Ну, вы понимаете, и снова же таки понимаете почему. Потому что я бы сразу отметил, что вот он пытается развить в себе такие навыки. А я повторюсь, эти навыки крайне важны. Крайне важны. Это, ну, это не шутки. Ну, ответственность, приоритет командной цели над собственной. Умейте гасить в команде свое эго. Смотрите, рассматривайте как основным критерием это общую цель. Понятное дело, у каждого из нас есть какая-то своя цель, ну, лично, это нормально. Но если есть выбор между командной целью и вашей целью, научите погасить свое эго. Поверьте, 60% людей не умеют этого делать. Это несложно. Попробуйте хотя бы там 3 раза так сделать, ну, а потом принять решение. Да? Если люди не умеют договариваться, то будущего у такой команды не будет. А нету будущего у команды, нету будущего у проекта. Нету будущего у проекта, нету будущего в этом проекте у вас. Ну, это такой замкнутый круг. Ну, наконец, вот такие вот вещи. Просто запомните, снова же таки, каждое из этих слов, он имеет глубокое наполнение, там, сенс у него глубокий. Найдите проект или найдите область, которая вас реально драйвит. Видел, там вот один человек спал. Мне кажется, он очень любит играть в игры. Ну и на самом деле это нормально. Есть огромная ниша. Game Dev. Если вы без ума от игр, идите разрабатывайте игры. Поверьте мне, одним из критериев... Я видел профили Game Dev компаний. Они там так и пишут. Нам нужны люди, которые любят игры. И которые играют в игры. Человек, который не играет в игры, не сможет сделать классную игру. Но это логично. Человек, который не любит кошечек и собачек, да, он не сможет сделать хороший там, приют там, для собак и кошечек. Кругозор. Очень много читайте. Вот реально много. И смотрите, там, читайте Хабр-Хабр. Реально классно. Кто читает Хабр-Хабр? Вот читайте. Но еще круче, найдите, читайте какие-то издания, как Mashable, да, ну, это новости, последние хай-тек новости и около хай-тек связанные новости в мире. А, это английский, Б, это последние тренды в мире. Читайте, обязательно найдите себе один ресурс, который вам нравится, англоговорящий, ну, англомовный, да, там. И читайте его каждый день. Подпишитесь под кого-то, я же говорю, Элона Маска там, и читайте его. Про открытость я много говорил, да? Ну вот, попробуйте себя пересилить и стать открытыми. Делитесь с людьми тем, что вы знаете, не бойтесь. Кстати, делитесь своими идеями. Идея без реализации ничего не стоит. Facebook был не первой социальной платформой, он был 12-й платформой. Тут важно реализация, важно понимание. Ну, то есть выстрелит, не выстрелит, никто не знает. Включайте всегда воображение. Ну вот, смотрите, научитесь делать так. Вот есть проблема. Вот у вас в голове появилось самое первое решение. Вот первое. Не то, что отбросьте его. Ну, скажите, хорошо, мы зафиксировали вот такое решение. Какие еще 2 решения я могу придумать для данной проблемы? У каждой проблемы есть, ну, 100 решений, это минимум. Просто научите свой мозг, вот это такая вот задачки. Научите просто его генерировать не одно решение. И, конечно же, адаптируйтесь. Смотрите на мир. И подстраивайтесь под мир.
Это очень интересно. То есть знаете, вот почему лошадей на довозе, да, ставят такие шторки, чтобы они ничего не видели и шли в одну сторону. Так вот, не будьте таким. То есть поворачивайтесь, смотрите, что там как. Ну все. У кого есть QR-код сканер? Спасибо большое. Так, ну давайте начнем. Сейчас. Я б хотіла спитати, от часто у нас є такі дискусії з приводу того, що замовник хоче, сам не знає чого, але ж у нас, в принципі, є такі там документи, типу там предпроектне документування, там СРС, ТЗ і так далі, і там таких слів, як там багато-мало не повинно бути, там, в принципі, оговорені цифри і так далі. І наскільки часто виникають такі проблеми, що замовник просто там поміняв свої рішення і просто як вирішуються ці проблеми в реальному житті? Вопрос понятен, об'ясняю. Мир міняється, це нормально. Постройте процесс, ну, и думайте, что все время будет меняться. Я повторюсь, вот все время будет меняться. Я объясню почему. Потому что он бизнесмен, а IT-решение, оно решает его проблему. Бизнес и экосистема вокруг его бизнеса постоянно меняется, не его хотелки. Он живет в таком мире. Приняли новый закон, сказали, что типа вот теперь так нельзя делать, ему нужно перестроиться. У него появился конкурент, у которого есть такая фича, у него нету такой фичи. Он приехал на конференцию, он увидел, как эту, ну, вот такую проблему решают по-другому. Он точно так же подозревает от того, что все вокруг меняется. Поэтому просто примите это за данность, и вот эти все agile методологии, agile процессы, они позволяют с меньшими, так сказать, потерями впитывать в себя эти изменения. Девушка. И потом. Ты. Я говорю, а потом ты. Давай. Насколько целесообразно изучать принцип программирования при будущей автоматизации этой сферы? Или же лучше приступить к изучению принципов автоматизации, чтобы иметь перспективу в будущем? Смотрите, если вам вот программирование не по душе, ну вот четко, вот есть люди, которым оно не нравится, но если ты хочешь быть в IT, то ты можешь стать бизнес-аналитиком, да, ты можешь действительно, ну вот бизнес-аналитик — это человек, как переводчик между с так называемого птичьего языка, с языка бизнеса, да, к разработчикам. Поэтому если ты чувствуешь, что разработка не твое, не тратьте время. Ребята, не идите туда, куда не тянет. Вот не идите. Учи предметную область. Ну вот можно сказать, ты в каком, где ты учишься? Международная экономика. Я могу, вот снова ж таки, можно же DataArt рекламировать, да? У них есть финтех направление, инвестиционные, инвестиции, решения для инвестиций и так далее, так далее, так далее. Я уверен, что нужны люди, которые, им нужны люди, которые понимают, а как вообще в мире эти денежки там капают, перекапывают. Это бизнес-аналитик, да? То есть не прыгай ты в ту разработку. То есть, нет, так ценность большая для таких людей. Их мало. Вот в чем проблема. Давайте. Да. Звучало такое убеждение, что нужно быть и экспертом в предметной области, и при этом уметь применять какие-то технологии IT к этой области. И вот у меня такой вопрос, не целесообразнее ли было бы собрать команду, в которой были бы узкоспециализированные специалисты на позицию тим-лидера, поставить уже человека, который будет в комплексе этим всем уметь управлять. То есть, скажем так, не целесообразнее ее вот это все в комплексе учить только тим-лидеру, а уже непосредственно исполнителям более узкоспециализированным? Понятно. Слушайте, как первое решение, конечно, это самое целесообразное, это то, чем занимался весь мир там до 90-х годов. Набирал узкоспециализированных товарищей, ставил, и они делали. Вопрос в том, что жизнь меняется, и давайте я вам задам вопрос с точки зрения бизнеса следующим образом. А что будет, если этот тим-лидер уйдет? Вот что с проектом произойдет? Все, он умрет. Есть такое хорошее понятие sustainable development. Это устойчивое развитие. Это вне зависимости от того, что бы ни произошло, ваш бизнес должен работать. Ваша система должна существовать. Есть такое понятие идеальных штормов. Да? Это как кризисы, еще что-то. Такие серьезные кризисы, с которыми нужно справляться.
Вот вы знаете, сейчас очень большая проблема – это действительно вымывание мозгов из Украины. Сейчас ну, где-то 5% IT-специалистов уезжает, и уезжают в основном самые лучшие. И с одной стороны, ну как бы это ну, и неплохо, это нормально, если человек хочет уехать, пусть уезжает. Но с другой стороны, что делать тем, кто остался? Поэтому ответ такой. Да, это целесообразно, если вы делаете проект на там, 3 месяца по продолжительности. Ну такой, отстрелял, закрыл. Но если вы играете в долгую, а весь мир играет в долгую, то целесообразно набирать людей, которых всех прет от этой области. Кстати, у меня есть пример. Я вообще занимался там 3 года назад, ну 2 года назад, разработкой решений про межмашинной коммуникации. Ну, то есть это когда, допустим, вам вендинг-машина, которая шоколадки, кофе продает, она сообщает в контрол-центр, да, в центр управления о том, что, слушай, у меня тут Coca-Cola заканчивается и Сникерс, короче, приедь, потому что там их осталось вот так немного, или там деньги заканчиваются, там сдачу нечем давать и так далее. Так вот, и пришел ко мне в проект парень из 4-й курс, Фиот, кажись. Я был просто в восторге. Он за 3 месяца, он, во-первых, сказал, мне вообще это направление так нравится и так меня от него прет, что он за 3-6 месяцев он стал реально там вторым или третьим человеком в команде. Можно последний вопрос? Вот да, вот, ну вот там вот парень, нет, парень, я понимаю, что девушке хочется, но вы всегда можете мне задать вопрос. Я до перерыва останусь, вы мне зададите вопрос. Добрый день, меня зовут Владислав, у меня такой вопрос. Вы говорили, что 11 лет работали в IT. Соответственно, такой вопрос. Встречались ли у вас такие ситуации, когда управленческий состав на предприятии, скажем так, был настолько раздут, что это создавало определенные проблемы. Не то, что, скажем так, от принятия решений, а просто подать идею наверх уже было сложно. Если так, то как вы справились с этим? Да, спасибо. У меня было таких 2 проекта. Я могу сказать, что раздутый штат менеджеров – это всегда мега неэффективно. А мега неэффективно почему? Потому что при передаче, помните, нет, да давайте вот глянем, да, это испорченный телефон, вот тут вот теряется много информации. Мало того, они обычно в несколько уровней, а запомните, при передаче информации, в теории информации, при передаче информации происходит потеря информации, как при передаче энергии происходит потеря энергии, при конвертации информации происходит потеря информации, да, и надо признать, что это действительно очень неэффективно. И я хочу привести пример. Есть Джек Уэлш, такой менеджер. Он когда пришел, у него в General Electric в компании было там 150 или 200 тысяч человек и 27 уровней менеджмента. И он сказал, я, короче, не понимаю, что делают менеджеры между 5 уровнем и там 26 уровнем. Я просто не понимаю, что сделать. За 5 лет он убрал вот эти все уровни. Количество людей у него выросло там буквально на 50 тысяч, а сам бизнес вырос там в 4 раза. Потому что эффективность принятия решений, скорость и эффективность важна в этом мире. Почему? Потому что мир очень быстро меняется, и нужно быстро давать отклик этому миру. Все, спасибо. Ребят, я тут остаюсь до обеда. Вы можете всегда задать мне вопрос.